Раньше к пенсии приносили денежную помощь. С сентября стали приносить только пенсию без дополнительных выплат. Ждать ли нам пенсионерам эти деньги или эти выплаты отменили? Действительно, в настоящее время из-за отсутствия поступления финансирования из средств федерального бюджета, бюджету Приморского края, выплата региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, у которых доходы ниже величины прожиточного минимума, в настоящее время не производится. А также данная выплата не производится и детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца. Поэтому после поступления средств из федерального бюджета выплата данная возобновится в полном объеме, а также будет произведена выплата задолженности за весь предыдущий период.